Петрозаводске обрушился кран. Работники супермаркета митингуют. Минздрав обвинил Народный фронт в создании дешевых сенсаций. В эфире новости на телеканале «Ника Плюс», в студии Александр Гнетнев. Здравствуйте. В Петрозаводске упал строительный кран. ЧП произошло на улице Володарского в полдень. Стрела крана обрушилась на здание в центре Петрозаводска. Происшествие обошлось без жертв. 30-метровая стрела гусеничного крана упала на здание. По словам рабочих, кран поднимал два поддона с кирпичами. Когда груз оказался над крышей, раздался громкий щелчок, после чего стрела начала падать. В этот момент на крыше находился стропольщик, но он успел отбежать. Пострадавших нет. Стрела крана ремонту не подлежит. Все нормально. Никого ничего не задело, все нормально. Ничего не задело, она. А здание? Здание. Да чуть-чуть там, чуть-чуть. Децл пострадало немножко. Здесь идет реконструкция административного здания Роспотребнадзора. К 2017 году его должны сделать выше на 2 этажа. Стройка развернута в тесном соседстве с жилыми домами. С самого начала работ жители района опасались за свою безопасность. Ну что, очень шаткая сама конструкция крана. Посмотрите, вот я смотрю сейчас, на гусеничной основе, сколько там, 3-4 метра, наверное, от силы. Вот, узенькая. И сверху такая стрела здоровенная. Ну, было страшновато, что может сложиться и вот достать до нашего дома. Почему стрела упала, сейчас выясняют специалисты. Есть версия, что кран взял слишком тяжелый груз. Однако представитель Ростехнадзора рассказал, что груз был сравнительно легким. Всего 1,5 тонны кирпичей. А кран может поднимать до 30 тонн. Так перегруз все-таки был, как вы думаете? Не было. А почему тогда это произошло? Ну, у вас есть какая-то версия? Я же вам сказал, девушка, может от старости кран, может от чего-то. Мы комментариев никаких давать не будем. Кран не наш. Да что? Хозяин крана должен сейчас отвечать, наверное, на вопрос отвечает. Кран принадлежит компании «Стройтехника». Руководитель этой организации сейчас находится на месте. Пока предварительно я с ним общался, ничего внятно сказать не может, причина. Единственное, пояснил, что кран имеет сертификацию и все документы. Неисправность техники, ну это более такая, скорее всего, рассматриваемая версия, которая будет использоваться первично. По словам представителей МЧС, все обстоятельства падения крана будут установлены в ходе проверки. Пока в этом деле много неизвестного. В частности, мы не знаем, сколько лет служил на стройках рухнувший сегодня кран. Маргарита Михайлова, Александр Борисов, телеканал «Ника Плюс». На улице Правды митингуют работники супермаркета. Людям в течение 2 месяцев не выплачивают зарплату. А на площади Гагарина по-прежнему стоит так называемый «Биг Бен», хотя уже есть судебное решение о его сносе. Наш дежурный по городу отправился на улицы Петрозаводска. Сотрудники супермаркета, который недавно открылся на «Правда 38», вышли на стихийный митинг. По их словам, торговая сеть «Спар» не спешит оплачивать их труд. Как рассказали бывшие и действующие сотрудники супермаркета, заработной платы они не видели уже давно. Вот сегодня 2 месяца нету зарплаты. Организации поменялись, получается, там офис как? В общем, Омега, а здесь теперь какой-то Карат, короче, получается. Там мы вообще устроены без договоров, без трудовой книжки, без всего совершенно. И никто ничего не знает. Теперь нас могут отшвырнуть, как бы, кто куда. В общем, вот так. И ничего не выплатить. Я живу на съемной квартире, да, на данный момент придет ко мне сегодня хозяин и скажет: до свидания. Так же, как и у меня. 3 детей маленьких. Мы попытались добиться комментариев от магазинного начальства, однако руководителей в торговом зале не оказалось, а управляющая спряталась в своем кабинете и захлопнула перед нами дверь. Нет, снимать меня не надо. Алита, зарплата сидят, а нам что делать, скажите? Она закрыла. Она закрыла. Супермаркет «Спар» на «Правда 38» открылся в начале сентября, как говорится, с открытием. Решение о сносе петрозаводского «Биг Бена» вступило в законную силу. Как рассказали в городском суде, у собственника монумента было ровно 2 месяца, чтобы обжаловать постановление вышестоящей инстанции. Однако компания «Мир камня» своим правом так и не воспользовалась. В
Впрочем, служители Фемиды уточнили, что владелец стелы все еще может обратиться в суд с заявлением на восстановление срока подачи апелляции. Как сообщили сотрудники Мира Камня, именно так они и поступят и будут обжаловать решение в Верховном суде. А если не преуспеют, то уберут с площади Биг Бен, а также фонари и скамейки. Стела с часами была установлена на площади Гагарина в 2013 году на деньги скандально известного бизнесмена из Ленинградской области Эдуарда Черко. На открытии экс-мэр Петрозаводска назвал предпринимателя великим человеком. 22 октября великий человек был арестован по подозрению в мошенничестве. Биг Бен вот-вот снесут, но пока что он стоит на месте. Также и зима, она вот-вот наступит, однако в ближайшие дни все останется по-прежнему, ни то, ни сё. Как рассказали в Карельском гидромедцентре, сегодня ночью еще будет прохладно, от 0 до минус 2. Завтра днем столбик термометра поднимется до 4 градусов выше 0, а в воскресенье и понедельник до 5 и даже 7 градусов тепла. Как предрекают синоптики, зима со снегом и минусовыми температурами придет в Петрозаводск лишь после ноябрьского праздников. Да и то не факт. Таким мы увидели Петрозаводск сегодня. Если вам есть что рассказать, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Старожилы села Деревянное, что недалеко от Петрозаводска, помнят, как в 1937-38 годах, в период сталинских репрессий, недалеко от села раздавались выстрелы. Уже после казней НКВД могилы расстрелянных найти не могли. Массовое захоронение жертв репрессий было обнаружено спустя много лет, в 1997 году. Останки перезахоронили и открыли мемориальное кладбище «Красный Бор». Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, вместе «Красный Бор» прошли траурные мероприятия в память о тех, кто погиб в годы Большого террора. Рудольф Укканин – один из тех, кто был расстрелян здесь, в 19 километрах от Петрозаводска, недалеко от села Деревянное, в 1938 году. Список расстрелянных, среди которых в основном финны и карелы, был опубликован 15 лет назад. С тех пор внуки Рудольфа Укканина приходят на его могилу. Одна из внучек, Елена, рассказала, дед с бабушкой приехали из Финляндии на заработки. Глава семьи работал в леспромхозе. Молодая жена была чернорабочей, возила воду вальщикам. Ну, вот один раз поехала, повезла воду и видела, что проехала машина. Ну, поняла, что, наверное, за дедушкой приехали, потому что уже многих забрали с поселка. В первых числах марта его забрали, а 2 октября уже расстреляли. Таких историй здесь больше тысячи. Сценарии обысков и арестов разыгрывались во многих домах. О расстрелах в 1937-38 недалеко от Деревянного знали жители села. Отец и сын Иван и Сергей Чугунковы. Их дед стал случайным свидетелем расстрелов. Родным рассказал, но место не показал. После того, как Чугунковы побывали в Сандармохе, это еще одно известное место захоронения жертв репрессий, нашли могильники недалеко от родного села. К исследованию подключился историк и правозащитник Юрий Дмитриев. Я вот когда он приехал в Сандармох, увидел, как выглядят эти расстрельные ямы, ну, всякие разные. Он говорит, ой, я знаю, у нас в лесу в одном месте есть такие. А как они выглядят? Как они выглядят? Ну, вот походи, посмотри, возле каждого столбика видишь такие ямки. У каждой страны есть мрачные страницы истории. И, наверное, сила государства в том, чтобы признать это и сказать, что так быть не должно. Сегодня, в этот день, мы говорим об истории нашего края, о тех, кто ее сохраняет, и говорим, что именно в этот день на Батом звучат слова, написанные на камне Сандармоха. Люди, не убивайте друг друга. Раскопки под руководством историка Юрия Дмитриева в 1997 году позволили уточнить картину событий. Сейчас правозащитник поименно знает 1119 человек, захороненных здесь. Этому предшествовала гигантская работа в архивах ФСБ. Бабушка Елены Укканин до самой смерти думала, что ее мужа забрали в штрафбат, и он погиб на войне. То, что Рудольф Укканин был казнен палачами НКВД, так и не узнала. Память об этом теперь хранят внуки. Юлия Кучеренко, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».
Чиновники Минздрава вступили в открытый конфликт с карельскими фронтовиками. Активисты Народного фронта заподозрили руководителей ведомства в картельном сговоре с московскими поставщиками медицинской техники. А чиновники заявили, что активисты имеют свой коммерческий интерес в сфере медицинских закупок. И потому раздувают, цитата, «дешевую сенсацию». Впрочем, предмет спора вовсе не дешевый. В центре скандала закупка на сумму, равную почти 20 миллионам рублей. Александр Лычагин разбирался в конфликте. Яблоком раздора стал паровой медицинский стерилизатор, который министерство планировало закупить для республиканского онкодиспансера. Начальная цена контракта – 19 миллионов рублей. По мнению активистов Общероссийского народного фронта, получилось дороговато. Аналогичные по своим характеристикам стерилизаторы стоят от 9 до 12 миллионов. Общественники заподозрили неладное. Было сделано техническое задание на этот аукцион таким образом, что туда проходила только одна единственная модель существующего стерилизатора. Естественно, под нее был заточен аукцион. Ну и цена была составлена 19 миллионов. То есть мы не против выбора этого именного оборудования. Мы возмутились ценой. Почему 19? Фронтовики обратились в УФАС. Антимонопольная служба обязала Минздрав отменить электронный аукцион. Цена была снижена до 16,5 миллионов, однако и этот лот чиновникам пришлось отменить. В отместку сотрудники Минздрава обвинили фронтовиков в дилетантизме. Медицинское оборудование – это не картошка. А также в лоббировании интересов некой фирмы, коммерческим директором которой является Дмитрий Чебаков. Народный фронт записал себе человека, который имеет исключительно финансовые интересы. Те публикации Народного фронта, в которых видят якобы криминал Народный фронт, они относятся исключительно к оборудованию, которым торгует вышеуказанный активист. Это рассчитано на обывателя, на дешевую сенсацию, понимаете? Они возбуждают общественное мнение, дискредитируя власть. Впрочем, как нам стало известно, на днях Минздрав все же внес изменения в план закупок. Стоимость контракта на приобретение парового стерилизатора была снижена до 8 миллионов рублей. Александр Лычагин, Иван Медведев, телеканал «Никоплюс». Ушел из жизни известный петрозаводский поэт, один из авторов гимна Республики Карелия, заслуженный работник культуры РСФСР Иван Костин. 4 ноября Ивану Алексеевичу исполнилось бы 84 года. Иван Алексеевич Костин родился 4 ноября 1931 года в Заонежье, пережил финскую оккупацию, окончил Московский литературный институт, был однокурсником поэта Николая Рубцова, автор нескольких десятков поэтических и прозаических сборников, работал в журнале «Север», заведующим отделом поэзии, много лет руководил литературной студией при Карельском отделении Союза писателей России. В 1993 году совместно с карельским поэтом Армасом Мишиным написал текст гимна Республики Карелия. Прощание с Иваном Костиным состоится 31 октября с часу до 2 часов дня в траурном зале на улице Вольной. Новости на сегодня все. В студии работал Александр Гнетнев. До новых встреч и приятных выходных.